герой Советского Союза, насколько знаю, это единственный герой Советского Союза в районе, бюст, который мы сегодня открываем, также увековечивание, и это назидание, это воспитание, это нужно не им, это нужно нам, чтобы мы брали с них пример не с поп-идолов различных, а с тех, кто действительно достоин того, чтобы с них брали пример.